Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. Несколько минут назад из белгородской колонии пришли очень плохие новости. Беда случилась с известным советским и российским актером театра и кино, сценаристом, театральным режиссером, телеведущим и заслуженным артистом Михаилом Олеговичем Ефремовым. Живут заключенные в белгородской колонии в бараках, где есть достаточно удобств для обычной жизни и относительная свобода передвижения. Между этажами барака можно перемещаться по предупреждению контролера, пускают даже с целью пообщаться. Но чаще всего беседы происходят в чайной, где находится общий холодильник, микроволновка. Именно в этой злополучной чайной и случилось несчастье. Ефремов на свои деньги ежедневно покупает свежий хлеб, консервы, сладости и никогда не жадничает, угощает сокамерников и новых друзей. Но прошлым вечером один из заключенных, родом из Ирана, не стал терпеть то небольшое количество хлеба, которым поделился Ефремов. Он набросился на пожилого актера и стал избивать ногами. Охрана колонии успела его оттащить, а Михаила Олеговича сразу же отвели в камеру. Но буквально спустя полчаса сокамерник позвал служителей правопорядка, так как Ефремов потерял сознание. Судя по заявлениям адвоката, у него случился инсульт на фоне избиения. В данный момент артиста ввели в медикаментозную кому, и врачи борются за его жизнь. Напомним, трагедия, которую спровоцировал Михаил Ефремов, случилась в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. Актер, находясь за рулем своего джипа, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фургоном. Водитель «Лада» Сергей Захаров от полученных травм скончался. Ефремову дали 8 лет, но 22 октября в Мосгорсуде была рассмотрена апелляция. В результате наказание было смягчено до 7,5 лет заключения. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы знать о наших новых видео. Удачи!